Вітаю. Сьогодні ми вперше на екрані пропонуємо вам нову програму «Особлива думка». Особлива думка – це, як ви розумієте, думка, яка відрізняється від тієї, що може домінувати або не домінувати. І сьогодні в нашій студії людина, яку ви вже бачили на нашому екрані, голова Амурно-Дніпровської райради Олексій Пермяков. Добрий день, Олексій Олександрович. Особое мнение. Особое мнение, ну, обычно бывает, когда вот все говорят вот так, а я считаю по-другому. Вот мое мнение, может быть, оно и не истина в последней инстанции, но я считаю так, потому что, ну, вот так мне это все видится. Вот я хотел бы вам задать такой вопрос. Децентрализация. Вот очень много говорится о том, на верхних уровнях власти, как то кажут зараз, на киевских пагорбах, какую пользу децентрализация приносит в плане экономического стимула местным громадам. Местная громада – это город, но район – это тоже местная громада. Вот то, что касается децентрализации, вот здесь это как-то вас интерес появился больше в условиях децентрализации и возможности больше или нет? К сожалению, на районе это не отразилось совершенно никак. Сам вообще закон о децентрализации, он больше прописан для районных рад, которые находятся в областном распоряжении. Вот. Это такие районы, как Днепропетровский район, Царичанский, Новомосковский, да, сельский район. Там мы видим картину хорошего финансирования. Я, проезжая через определенные районы, я уже вижу, насколько ситуация поменялась. Точно так же есть позитивные моменты в Днепропетровске. Мы видим, что бюджет города стал больше, но в этой всем вопросе непонятная роль районных советов, которые находятся в городе. На сегодняшний день финансирование в районных советах практически отсутствует. То есть закрывают только защищенные статьи, это заработную плату. И мы находимся в условиях поддержания штанов. Никакого развития районы на сегодняшний день не получают. И если таким образом все будет происходить дальше, то ничего хорошего с этого не получится. Вот я хочу вам сказать о том, что, ну, так или иначе, в своей жизни приходилось прикасаться, да, к работе исполкомовских структур, я имею в виду горосполкомовских. И я не знаю, прав я или нет, но мне всегда, вот, оценивая какие-то результаты на каких-то направлениях работы, мне всегда казалось, что вот если бы деньги были спущены на те же дороги, там, особенно внутриквартальные дороги, да, больше денег было на школы у районов, я имею в виду, на школы, на больницы, которые в районах, которые ближе к органу власти районному. Мне кажется, что толку по результату было бы больше. Мне кажется, что вот эта централизация, которая существует в городских масштабах, она все-таки не может дойти до каких-то уголков, которые, ну, больше ведомы людям, которые ходят по этой земле. Вот так мне казалось. Не знаю, может быть, я абсолютно не прав. Вот через опыт работы во власти, как вы это видите? Да, вы знаете, в этом контексте я с вами абсолютно согласен. Мое видение заключается в следующем. Город должен заниматься инфраструктурными проектами городского масштаба. Это центральные дороги, мосты, метро. А район должен заниматься людьми, должен заниматься спальными районами у себя, должен заниматься отдаленными улицами частного сектора, которые по протяженности от центра города порядка там 25-30 километров находятся. Мы имеем на сегодняшний день
частный сектор, да, у нас в районе очень большое количество частного сектора, туда, когда к людям никогда никто не приходил. Я рассказывал в прошлой программе о том, что мы ввели выездные приемы для того, чтобы добраться до людей там, откуда они приехать к нам не могут в райсовет. Например, пожилые люди. Им очень тяжело с Березановки ехать на проспект Мануилевский. Мало того, что это занимает много времени, средств, то это и физически им тяжело. Поэтому я, выезжая на эти приемы, сталкиваюсь с большим количеством просьб, самых обычных. Житейских. Житейских. У людей нет освещения. У людей нет дорог. Дети не в состоянии осенне-весенний период времени, там, в зимний, когда оттепель, пройти в школу. Потому что дорог нет, они разбиты. Грунтовые дороги, ямы по колено, иногда и автомобилем не везде можно проехать. Дети в этих условиях идут в школу. Есть очень много обращений, когда нет элементарно светофоров для того, чтобы дети могли перейти дорогу и прийти в школу. Мы, к сожалению, на светофоры, на освещение мы влиять не можем, как районная рада. У нас нет таких полномочий. Мы обращаемся по этим вопросам в город. Ну вот на моей практике полтора года я работаю. По нашим обращениям, их там порядка десятка, наверное, ни одного светофора установлено не было за полтора года. Поэтому лучше меня или лучше депутата районного совета никто проблематику района не может знать. Благодаря тому, что в 2015 году, до того, как начал работать наш созыв городской депутатов и созыв депутатов районного совета, произошло так, что мы перевыполнили, наш район перевыполнил в доходной части бюджета план. Это по налогам, да? Да. И у нас образовался вильный залошек, свободный остаток, благодаря которому мы в течение вот уже двух лет, да, проводим беспрецедентные, я хочу заметить, беспрецедентные программы для района. Мы создали программу «Показательный двор», приняли ее. В прошлом году было реконструировано и благоустроено порядка 25 дворов в районе. Люди, которым интересна наша работа, они могут ознакомиться с результатами ее на нашем сайте районной рады. Там вся информация предоставлена. Также мы отремонтировали порядка 12 тысяч квадратных метров асфальтного покрытия внутриквартальных дорог, куда город никогда, просто руки никогда не доходили. Мы все знаем, что у нас состояние внутриквартальных дорог катастрофическое. Мы выполнили порядка 60 тысяч квадратных метров. Это 64 улицы дорог в частном секторе, грунтовые дороги. Мы вывезли порядка 29 тысяч кубических метров мусора, ликвидировали свалки, стихийные свалки, ну, как минимум процентов 70-80 тех же в районе. И это благодаря тому, что у нас были деньги, мы показали свою работу. В этом году работа будет, но ее будет меньше, потому что основную часть денег мы потратили в прошлом году. В этом году мы запланировали точно так же программу по благоустройству дворов. Там порядка, наверное, будет 30 дворов благоустроено. И точно так же мы заложили работы по ремонту грунтовых дорог в частном секторе. К сожалению, на ремонт
асфальтного покрытия, это работы дорогостоящие, и распыляться, что-то делать немножко, ну, уже это будет неправильно. То есть мы их сосредоточили таким образом, чтобы получить максимальный эффект для того, чтобы жители нашего района на себе прочувствовали, что во власть пришли те люди, которые заботятся о них. На ваш взгляд, что может сделать или центральная власть, или городская власть для того, чтобы вот у вас конкретно, ну вообще у районов, было возможности больше продолжать такую работу? На сегодняшний день ситуация такая, почему происходит? Были урезаны доходная часть бюджета, которая наполняет районный бюджет. У нас два основных источника доходов в районе. Это налог на землю и подоходный налог. Подоходный налог, если мне не изменяет память, там в районе 51% раньше было. А земельный налог в районе 90%. Когда город обязал районы ликвидировать районные отделы образования, они занимали львиную часть наших расходов. Мы, передав районное отдело образования, нам урезали доходную передали часть. Передали налоги, да? Да. И в тот момент, когда эти налоги передавали, нам вместо 90% поставили 5%, вместо 51% там 5,5% или наоборот. На сегодняшний день складывается такая ситуация, что у нас в течение 4 месяцев возникает дефицит выполнения планов по налогам. Из месяца в месяц. Если сказать простым языком, мы с трудом собираем налоги для того, чтобы выплатить заработную плату. Ни о каком развитии района речь уже не идет. А заработная плата, это вообще это же защищенная статья должна быть? Да, это защищенная статья. Но есть такой нюанс. Есть голый оклад. И есть премиальное вознаграждение. На сегодняшний день мы знаем, сколько у нас голый оклад в стране. И если премиальные вознаграждения, они вот как раз мы можем регулировать немножко хотя бы для наших сотрудников какую-то человеческую достойную заработную и плату. Профессионалы будут работать. Да, ну, да, да. Ясно, спасибо. Спасибо, Алексей Александрович, за откровенное мнение. Я хочу напомнить, еще сегодня в нашей программе был глава Амурно-Днепровской районной рады Алексей Примяков, и мы размовляли в программе «Особлива думка». На все добре.